Дракони – существа міфічні, то є вимишлені, але в природі їх самими близькими родственниками можна вважати рептилій. Рептилії, їх ще називають присмикаючиеся или гади, это целый класс животных. К ним относятся крокодилы, змеи, черепахи, ящерицы. Скажите, пожалуйста, у вас есть настоящие драконы? Есть у нас настоящие дракончики, мини-динозаврики. Откуда вы их взяли? Мы их привезли из зоопарков Европы, с Чехии, с Германии. Что они любят? Наши миниатюрные дракончики, миниатюрные динозаврики любят насекомых, овощи, фрукты. Кожа рептилий покрыта чешуйками или щитками. У черепах они образуют единый панцирь. Дышат они атмосферным воздухом с помощью легких. Большинство рептилий живет на суше. Крокодилы и многие черепахи обитают в пресных водоемах. Некоторые змеи и черепахи в море. Почти все рептилии размножаются, откладывая яйца. Ящерицы питаются в основном различными насекомыми. Крокодилы и змеи – хищники, а среди черепах есть любители овощей и фруктов. Что бы вы хотели пожелать всем зрителям в наступающем году дракона? В следующем году драконов пожелаем всем и молодым, и большим зрителям, чтобы каждый в семье имел дракончика, все здоровы были, не болели, хорошо учились. Станислава Лаптева специально для телепазликов.